Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Так, все, я снимаю эту постановочную съемку. Я хочу это доказать, что мне Максим это говорит. Когда ты деньги вернешь оттуда назад? Сколько ты положил до него деньги на этот Яндекс деньги? А я сказал, что я ему не посчитал. Ребята, в тот видео, когда я Golden Mines, который за эти гномов там что-то... Я снимал специально этот ролик когда-то, я не... Может, это 21-го или где-то 20-го числа я снимал это. Ну, вы все помните, ребята, что я хочу вам доказать, что это... А вдруг это не настоящий сайт? Может, эти администраторы хотят обмануть и все? Администраторы этого сайта. Так, сейчас мы зайдем туда, да не канал. Двое мне сорвали этот разговор. Я сейчас спокойный. Вы бы тоже пили таблетки, как и я. Как неулептин, пикамион. И фенорелаксан. Пускай спрашивают у врача, что ли. Да, вот это мое видео, которое 7 часов назад я опубликовал. Golden Mines. Данил пополнил деньги 100 рублей в игру, в реальной жизни. Даже 4 просмотра, даже человек полайкнул. Он написал вот такие в комментариях. Привет, я тоже играю в GoldDTA. Видно, что ты стараешься. Вот оно, это все доказательство, что я рассказывал я. Там Пауэр, там где платежная денежная система.
Дерфица, текущей линии снятия это составление $2000 США в день. Ну и зачем мы это? Эти $2000 США. Во-первых, когда я это зарегистрировался в этом сайте, пошла такая вот ситуация, большая ошибка, что это потреб... Там что-то надпись была такое, что $2000 США. Так, вот эти я гномиков, это тоже я снимал, чтобы этим людям доказать. Потому что видеокамера мог засечь. Зафиксировать. Извините, то что... Точно, будь здоров. Люди, видите, что я им говорил, что... Правильно я вам, подписчикам, говорю, что я не ходил туда внутрь, не снимал. А этот... Седжо просто вообще... Пускай чу захочет и пускай снимает. Я его знаю, это Седжо канал, который он снял там что-то, подарил этому школьнику эти деньги. Так, сейчас, минутку, сейчас я это... Посмотрю, сколько я там положил. Он только спросил мне, Максим. Да, это вот этот Яндекс деньги, я туда, этот за гнома туда потратил, 113, это ПАУ называется это, вот эти вот номера вот эти, а это ПАУ, который игровой Golden Mines, и это тоже 21 числа я там потратил здесь. Здесь оплата заявки, это только на чайные листья, которые Golden Tia, а это Golden Mine. Так, здесь я три штуки вложил, только 20 число вложил и все. Потом 30 это число тоже вложил эти 100 рублей, Максим. На всего сколько ты уже вложил? 500? 500 на карту, что ли? Ну, в эту игру ты уже сколько вложил денег? За месяц. Ну, вообще всего. То месяца. Сентябре только. Я уже подписчикам показал, что... Тише, не шуми. Мам, здесь под камерой там хотят поверить мне подписчики. Ты в Яндексе посмотри, сколько у тебя переводов было. В Яндексе посмотри, сколько было переводов у тебя в эту игру. Я уже посмотрел, но только фотку забыл вам. Пофотографируйте, показать. Не надо фотографировать. Посчитай, сколько денег, и скажи... Так, мазки, так, 126 там, это Golden Mines, это только, это с 30 сентября, потом это 20-е. 20-е это было воскресенье. Сто рублей. Еще сколько? В августе тоже вложил там эти. Но я число не помню тоже. Сколько? Тоже 100 рублей. Так. Не сосредоточься, не мешай. Иди, сходи, посмотри в Яндексе у тебя. Или ты у тебя здесь в Яндексе? Да я сейчас не могу, я там камеру снимаю. Постановочную съемку, мам. Ты меня снимаешь? Я здесь провожу опять постановочную съемку, а вы меня сорвали, какие-то там разговоры с этим банком, банкоматами. Ну иди снимай постановочную съемку. Что ты сюда пришел? Так, это ты что, выключил, что ли? Не, кажется, не... Так. Не выключил. Так, 113, это получается, что там
226. Итак, 339 только в августе. Golden Mines. В августе. И все, никаких проблем нет. Че, фотографии нельзя показывать? Что я там это сфотографировал? Да показывай ты, что хочешь. Ну, жалко, что ли? Показывай. Сейчас только зайду. Да, я тебе показал, мам. Угу. Мам, Максим. Мне не нужны никакие неприятности, но я люблю постановочные съемки здесь сниматься. Но каждый любой человек туда попадается, сюда, куда-нибудь там на улицу, или с каким-то с друзьями снимают там. Как на скейте там катаются, как на роликах катаются, как еще баскетбол. Привет, дорогой. Как же здоров? Чё потихоньку-то? Господи, это ещё третье видео о происшествии. Ну, понятно. Ещё взмахивать. Хочешь пойти полечиться? Это им всё равно лечиться надо. Ребята, и зачем было задавать вопросы, что этот, как, Седжу так он снимал там этого из банкомата? Я им все равно показал, что даже, и Максим даже показал, что они даже не хотели со мной разговаривать даже. Они просто отворачиваются от меня лицом, и все. Максим говорил, что это студия, а может это или по-настоящему это... Здесь эти банкоматы. Дорогие друзья, сегодня мы сейчас с вами находимся в банкомате. Вот он, этот Седжи канал, вот это вот снимает эти ролики. И сейчас я снимаю 100 тысяч рублей прямо при вас, вот смотри. Он снял сначала, когда я до конца ролик досмотрел, он снял 100 тысяч рублей, а потом подарил этому школьнику. За все твои заслуги, чтобы ребята видели, тоже мотивировались. Я не знаю, как вы все на все это отреагируете. Я не знаю. Я хочу тебе подарить сегодня 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей! Это реально, вы можете посчитать. Я хочу подарить вам 100 тысяч рублей. То есть я их снял, и... Причем, нет, я говорю, знаете как? Я говорю, вам подарить. Не, ему, тебе. Все деньги. Я не знаю, верит он в это или нет, можете пересчитать. Я их снял, все, в ролике себя увидите. Кстати, ты в ролике себя увидишь, Семен. Ты красавчик, ты увидишь себя в ролике, он выйдет на канал. Вот оно все-то, это доказательство. Свои там деньги, то, что он там что-то... Он там какую-то карту специальную, там специальная... Так. Вот, и он карту сюда вложил в этот там, этот, здесь, сейчас, в этот, сперва вот этот там банкомат, например, вложил. Он же не показывает никакой номер карточки, если кто-то увидит, то значит все, своруют, потом еще и штраф напишет, это же серьезно, платежная система. А кошелек, это банковская карта, это вообще не, это не шутки. Серьезные ребята, это не шутки с этим банковской картой. Так же, как и с документом с домом. Мы же живем здесь на доме. Вот здесь там документы здесь в зале там валяются. Здесь в этом шкафу. Мы же их не теряем, мы же туда ложим, как я это тоже. Вот. Вот здесь мой это, вот это мой паспорт, я сюда ложусь всегда. Если я что-то покупаю, какие-нибудь там это. Последний раз эту энергетическую напиток покупал, купил и все. А больше ничего. Документ это тоже важно, как и по работе. Здесь вот это с... Так. Так, здесь сказана такая вот информация.
паспорт гражданского Российской Федерации является основным документом удостоверяющим личности гражданским Российской Федерации на территории России Федерации. Паспорта обязаны иметь всем граждан России Федерации, достигшие 14-летнего возраста, произошедшие на территории России. Если кто потеряет этот паспорт, то все, штраф будет. Так что, ребята, любите свои документы, там, денежные платежные системы. И не снимайте там, здесь, в этом банке, здесь, в банкомате. И нигде там, ни в банке, ни Альфа-банке, ни Сбербанке. Не снимайте там ничего вообще. А то, значит, выгонят. Выгоняйте, давайте, или не снимайте, не проводите эту съемку, или штраф будет. Могут еще в Ютубе посмотреть, какой дурак там снял в этом банкомате и все. Так что, ребята, это вам советую этого не делать. Так, маме 55 лет моей, а Максиму 32 года. Обязательно, что я добавил интересный канал Седжо, который я дружусь и смотрю видео. Мне нравится, как Седжо там снимает видеоролики, так же, как и я делаю. Ребята, также снимайте ролики, что происходит, как антигриффит шоу. Также снимайте о происшествии этой в доме вашей с родителями. Так что всем пока. Огромное спасибо за просмотр.